ну что-то нам надо на такси двигаться. Почему у меня миссии нету? Вот. Сюда. А, вот значок. Да что ж такое? Я вообще где? А, вот он, блин. Да, надо в метро. Что за оружие у меня? Lake Towers. Шлем как у рыбы молота. Прикольно. Идемте собирать бактерии. Туда или не туда? Вроде туда. Куда они вообще тут повылазили, а? Вот уроды. Меня еще до сих пор бомбит. Тактический заряд просрали. Так, надо дробовик переодеть. Какой-то он такой себе. Блин, а как гранату бросать? Я чуть не помню. Где граната? О, даже красться можно. Так, R. А, G. Но у меня заряда нету на тактику. Ладно. Ух ты, классные, классные боты с пауками. Прикольно. Только мне бы зарядить тактический заряд. А вот, вот синяя, да? А вроде оно. Блин, это здоровье. Блин, а мне это не надо.
прыжок, да? Вот, это уже хорошо. Дробовик переодеть. Это винтовка. Best rifle. Ну, дробовик так себе, конечно. А, он вообще цифровой. Какой урон-то он? Backspace details. Damage type. Что за damage type? Digital. Ну да. Это что, огнемет что ли какой-то? Hand cannon. Launcher. Энергетический. Ну, можно с огнеметом побегать. Посмотрим. Глянем, как он. Вот что здесь? Блин, не везде. Здоровье нам дают. О, хороший ствол. Может, его даже обновить можно будет. Ой. Граната на нем. Фига себе, триггер какой у них. Ой, не то, это такси. Вроде сюда, да? Так я что-то был. Как нам взламывать? По-моему, С. Да. Где я выращивал эту, блин, бактерию? Не понял. О, вот. Фига себе разрослась. Еще последнее. Все, теперь пора сваливать. Пора валить. Интересно, сколько тут сейчас у меня будет противников? Так, мне бы в метро. Вот сюда. Заблудился.
правильно. Добрались. Пластер. Сюда надо сдать тогда ему по заданию. А это кто? Ладно, это вот хромированных чуваков. Что за... О, skill point, прикольно. Блин, это новое задание какое-то. Ну, поможем. Chemical booster ему найти, ну ладно. Анаболик экспресс. А какой, интересно, миссию Анаболик экспресс? А, второй уровень, так это вообще принеси подай. Ладно, надо будет забрать. Ну, пока сдадим этот. А у меня скиллпоинты есть? Вот 15 скиллпоинтов. А, подождите, а я что, их не тратил, что ли? Тогда вообще я ничего не понимаю. Компонент. Надо оружие совершенствовать, нафиг. А, вот скиллсы. Сколько у меня? Эбердек. Ладно, пока так побегаем. А, короче, это качалка, вот. Прикольно. Так, Нью-Йены. Сити кебаб. Прикольненько. Да, окей. Так,
Ну, задание сдали. Во, левел ап. Это круто. Это круто. Кластер 14. Что бы нам тут еще такое замутить? Data storage. Ну, блин. Вороны можно добраться. Кольцо. Как туда попасть, мне интересно. Пушка. Метро пойдем. Воронс. Дипстинг нет, это вниз. Мне надо тут. А, ну да, мне туда и надо. Ошибись, ладно. Я на нижнем кольце. Мне куда надо попробаться? А. Сюда что ли? Дата-центр получается. Data Storage District. Окей. System is more entangled than a Carlin nerve bundle. You're gonna have to cut through the ice and disable the whole thing locally. Or blow it up, I guess. Yeah, that would work too. Зашибись, либо мне взламывать, либо взрывать. О, черт. И куда это мы прип... Так, зашибись. Кто у нас тут будет? Блин, да что ж такое? Перемотать это можно как-нибудь? Exact vault. Again, you're gonna have to do that locally. Shouldn't be a problem with all that fancy imp software you got now. I'll keep an eye on things from here. Ну ладно, проверим. Мне интересно, какие противники здесь будут. Потому что если здесь у нас будут роботы. Тут у нас ах ты черт электропауки. Так.
Пауки ползают, и нафига они тут у нас ползают? А карта? Карта есть отсека? Блин, нифига себе. Что это за локация у нас вообще? А, вон они, да? Так, роботы. Значит, роботы, доминатор. Это у меня физическое. Нам надо что-то энергетическое. Вот это супериор попробовать. И пасифайер нет. Надо заценить. Блин, а куда я хотел сходить-то? Я хотел вот сюда добраться. Как туда? Попасть? Access denied, окей. Ладно. Хоть так соберем. Короче, тут это новый вид пиликов. А вот он был, окей. Блин. Чё, я не могу закрывать такие штуки? Ладно, пойдем сюда. Ну, кто там? Пойдет кто-нибудь ко мне?
Окей. Такие в меня попали, да? У нас это броня какая-то. Блин. Типа, я что-то забываю, что эти пауки прыгают. Там я был, ладно. Черт, у нас здоровья не осталось. Маловато. Не могу открыться, а с этой стороны нельзя. А что это за желтые турели? Нет, тут... Чуваки, вы откуда здесь? О, это что, какие-то самураи, что ли? Отлично. Политическая борьба за власть в аркологии началась. Так, мне интересно, роботы кончились у нас? Да, короче. Надо явно менять доминатор. А второй оставим на энергетический. Не, лучше тогда хит. Дробовик огненный возьмем. Это доминатор? Что за оружие? Секондари. Вот так вот. Опа! Ты кто там такой? Черт. Где минометы? Вон они, да? Отличненько. Еще один, блин, мне сюда надо, я просто куда-то явно не туда. Блин, я где вообще? Что я заблудился?
Advanced Component. Короче, надо зайти туда-то в оружейную лавку и цепить нам новые усовершенствования на пушке. Ух ты. Его постреляли в этот, в эмиттер. Я не понял, мне надо взорвать? Турели, да? Ладно, потом доберемся. А где ящик? Вот туда как попасть? Наверное, вокруг. Тут ничего. О. Блин, мне бы здоровье достать. Но у меня его почему-то здесь нифига нету. Такое себе. Вообще попадаю? Вроде попадаем. А, блин. Окей, туплю. Надо накупить здоровье. Окей. G Oxford. Ого. Well done, Indent. Now appropriate the vault itself. Jack into the vault SI, and our AGI will do the rest through your imp. Ладно, типа подключаемся и все. Это нам пока не надо. Я где? А, я вне карты, короче. Понятно. Блин, и этот ящик не взломать. Вот, а CyberDeck Upgrade, интересно. Блин, хоть CyberDeck Upgrade меняй.
Блин, у меня в глазах рябит. Так. Augmentations. Speed heal mod. Ну, прикольненько. Прикольная, конечно, аугментация, но пока оставим. Here. I see other CGTs moving in on your position. The bastards are just cruising through now that we cleared the way. Better watch your six, pal. Indent, if you lose that vault, I expect you to self-terminate on the spot and spare me the effort. Clear? Твою мать, что это за прыгающие зомби? Че, издеваетесь надо мной? Дайте мне здоровье, ребят. Я застрял. Боюсь, что, блин, компот. Где мне здоровье достать еще? О, это что? Нет, тактический заряд. Тридцать секунд, кто на этот раз? Кто меня снимает, а? А, он снайпер. Твою что, мать? Это нечестно. Так. Такое себе, конечно. Блин, вот этот снайпер меня добил сразу же. Что за оружие у нас новое? Вот, энергетический, да? Mm.
Ну, возьмем Enforcer. Второй возьмем Доминатор. Может, эту гранату возьмем? Ну, бэксенами. Так, 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 так. Что нам понижает? Батарейку. Панчер, это что такое? Снайперская винтовка, что ли? Твою мать. Вот откуда они добегут? А, вот она откуда добегут. Окей. Здоровья, как обычно, не хватает. Ни на что не хватает. Вот где снайпер сейчас появится, а? Вот он, да? Ну ладно. А этот. Ну и слушай, эти дробовики те же самые, с которыми я уже бегал. Так, а это? Броню одеть. Ой, а я в чем бегаю-то? Я бегаю вот с этой штукой? Охренеть, она вообще слабенькая. А, ну она понижает скорость и понижает... Так, обозначение. Spread reduction, раздачу, разброс оружия, уклонение 5, а это уклонение в 0. Зато вся защита у нее в разы лучше.
Ну да. Может, на ноги что-нибудь одеть прикольнее? Да не, больше ничего нет. Короче, такое себе, конечно, оружие. Center while the package is being compiled. While we appreciate the assistance, Knockhead, you should be aware that we are monitoring your every action. Don't get any ideas. Far be it for me to act on any ideas or there's an foreign involved. Just helping out my pal, as promised. Good. What should you do? Отсюда не залить. Тут закрыты еще коридоры или открыты? Так, куда мне бежать-то? Ясно. Блин, надо было мне вооружение обновить. Так. Где? А, вот Cyberdeck. Я не могу. А, вот у меня Doors Ice 2, а Chest Ice 1. Я не могу сундуки. ATM, Turrets. О, зато могу пулемет взломать. Вот, прикольно. Что-то я лоханулся. Надо было взломать пулемета. Тут ничего нет. Хочу к этому сундуку попасть. Если... А, он, наверное, тоже закрыт. Старым льдом. Я же взорвал уже эти пулеметы, а? Interfacing with cluster NOC. Hang on while I cut through the ice so that your Y-Corp friends can connect to the NOC. There, done. We have access. Downloading the package now. Он прикольненько. Ну так что? The operations data has significant gaps, but our AGI was able to cross-reference it with the information we already had, and the findings are interesting. Our board will want to discuss them before deciding how to proceed. In the meantime, you pass the test. We reluctantly welcome you to our property appropriation division. Be aware that you'll be operating in a whole different league going forward. This is a high-risk, high-reward profession, and we expect you to perform at the highest possible standard at all times. We have updated your imp with your new rating as a CGT operative. Enjoy the insurance policy, and expect to hear from us again soon. Incoming SSM request from Knockhead. Good. I set up this channel to bypass the SAGI bond, so that snotty a foreign can't listen in. See, I had a pilfering algorithm piggybacking on the transfer so that I could clone the data. Just a little something I've been working on for a while now. Thing is, she ain't telling you half of it. There's clues in there as to why the Ascent group went under.
Looks like they were pouring U-creds into some secret mega project enough to buy a fucking planet. A lot of key personnel were being reassigned to that same project, and they also paid Onyx Void plenty of U-creds for who knows what. Why the hell would a Ascent Group do that? What were they working on, and why is Y-Corp so interested? AG were also planning a hostile takeover of Malor's Gel, but something went seriously wrong somewhere, and the Ascent Group AGI shut down. The whole corp went belly up, and here we are. Figured you should know, seeing as it's your ass on the line. Talk soon! Ну, как обычно. О, новое достижение. Так. Ну что, опять турели, а? Чё они не взломают? Не взламываются. Где выход, а? Да вы охренели, блин, опять. Не, тут нам надо оружие. А, доминатор у меня второй. А где турелька? А, вот она. Охренеть. Да, все вниз и налево пора сваливаться. Кластер 13 и что-нибудь себе заапгрейдить. Может, на такси? А нет, я же здесь не нахожусь. Не? Я дипсинг, я тут вообще ничего ловить, нечего ловить. Сваливаем. History data you sent, and it hints at some sort of ongoing interstellar transportation arrangement between the Ascent Group and Onyx Void. We want to understand the details of that arrangement. Who or what were Ovi bringing onto Velez on the Ascent Group's behalf? We know that Ovi is very protective of all shipment information. It is being kept in a single protected desync somewhere. Your next assignment is to locate that desync and extract the info we want. Should be straightforward enough, even for a sapien such as yourself. As Y-Corp can't afford to officially antagonize Onyx Void at this time, you'll be operating on your own again. Kira out. Suggest querying the Onyx Void subnet at their hangout at the node. Destination set. Okay. New mission foreign court. Onyx Void Chapter House. Блин, я ж там уже был, там эти самураи, которые меня чуть не порезали. Ну да чё. Так, мне надо сначала затариться.
Оружие мне надо? Так, это что? Баунти, а у меня нет награды за голову. Надо. Короче, пошли сначала к оружейнику. Weapons. Да что ж такое? Да я же уже знаю. It's more like info. Сел. Ну давайте сел. Так. Капасит, ладно. Штаны продавай, блин. Шлиппрингер. Да фигня, короче, какая-то. О, это от огня защищает, прикольная. Это энергия и цифра. Это вообще говно. По 20 мехтех. Оставлю этот модуль. Фигня, короче, какая-то. Баланс увеличит. Да ну вообще какая-то херота. Только я в этом еще как-то бегал. Не видишь, меня чуть не угробили. Три, что за длинноги? Lower body, защита ног еще дополнительно. Нафиг. Так, оружие. А, вот снайперская винтовка, которая мне оказалась. А, вот это штука. 15 штук стоит? Офигеть. Нет. Шотган, у меня 42 штуки за шотган. Ничего себе. У меня остальные все были. Это что такое за фигня? Не, нафиг. Так, надо броню посмотреть. О, это апгрейды, наконец-то. Что еще скину? Арт деко? О, я скину все. Круто. Так. У меня 14 штук для того, чтобы... Что у меня за оружие сейчас? С доминатором я бегаю.
Нет, уже запутался тогда. Где мои усовершенствованные пулеметы? Я что-то вообще тогда не понял, нафига. А, вот МК-3. Вид сплит у меня прокачанная, зачем? И дред. Надо доминатор прокачать. Что, не хватает, что ли? А, ему надо advanced компоненты. Блин, это обидно. Твою что, блин, компот. Жалко. Ну, может, хоть вот эту тогда. И Берн Фонса, энергетическую. Ну, норм. Ладно, хоть энергетическая пушка будет, это хорошо. Пошли нафиг. Аугментации посмотрим. Да, а, не знаю. Бай, что у него есть? Монорейнджер. И чё? Монобот, armed with a rifle? О, прикольно. Спайдербот у меня есть. Уже. Так. Так, ладно, сейчас перерывчик сделать небольшой. И вернулся.
Ладно. Но аугментация, конечно, прикольная. О, новая. Фига себе, самонаводящаяся ракета. Это круто. Так это у меня есть. Прикольно, куча классных штук. Взять что ли, моно-рейнджер? Супер, посмотрим. Ну-ка, мне интересно, как он сработает. Вот эту хочу гранату. Так, ладно, выходим.